Всем, Мэйзи, с вами Мэйзи, и сегодня мы будем выполнять челлендж, я исправный автомат челлендж. И мы ее покупаем два раза. Нам выпадает золотой петух. Но на всякий случай, пацаны, я возьму себе усиление и возьму что-то из вот этого. Пишите в комментарии, чтобы взяли 1, 2 или 3. Ну а я возьму дробовик. Все-таки сильно выбор отличается. Уже 17 человек, я вам так скажу. Поэтому нужно на тарелочке, которой я прилетел, лететь обратно и побомбить вот этих вот челиков, которых, так сказать, там нет. А! Боже! Пожалуйста, меня ж никто не снайпнет. Как же мне повезло. Все, играем без тарелочки. Скорее всего, этот челик уже спешит обратно. Но я думаю, все-таки нет. Так, так, так. Забираем 4 артефакта. Найс. И полным ходом в зону надо нам идти. Я надеюсь... Смотрите, пацаны, если занимаем топ-10, вы должны поставить лайк. Потому что это просто очень сложно. Это будет прям нереально сложно сейчас сделать этот маневр. Блин, этот челик реально меня уже бесит. Честно, вот зона идет, а он все равно по мне стреляет. Вот как так можно, а? Этого челика надо будет убивать. Полюба. Так, тарелочку тут никто не забрал, Чинка. Это, по крайней мере, хорошо. 3 жизни у нее. Давайте. Найс. И по нам опять стреляют с горы. Пожалуйста, я вас просто умоляю. Пожалуйста. Нет. Тихо, 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 тихо. Топ-10. Просто челики повсюду, я вам так скажу. Повсюду. Просто хиляемся. Надо занять просто топ-5. Челлендж топ-5, пожалуйста. Вот просто... Не, просто надо топ-5 хотя бы. Как? Классно. Ау, сюда никто ничего не кинул. И я когда посветил. Только как? Это загадка. 100 ресов хотя бы мне надо. Найс. Распределим их, наверное... По-умному. Я бы мог сделать этот легендарный блестер. Я не могу, понимаете? Нету этой фигни. Вот как ее получить? А? Тихо, это бот. Спокойно, без эмок. Блин, топ-9. Ну ничего, спасибо за просмотр. Я занял топ-9. Это уже достойно лайка. В принципе, это топово было. Это было хорошо так. Всем спасибо за просмотр. Всем бай-бай.